оставим. Но другой тренер может, если увидит, подать протест. Удар в тэквондо ВТФ должен быть всегда сильным. Да? Кроме удара в голову. В голову считается любое касание. Черкнули пальчиком по носу, заработали 3 очка. Так, сейчас. Обязательно, я извиняюсь, обязательно половину, да? Половину веса должно быть. Половину веса, да. Допускайте чуть-чуть меньше. Допустим, если это 80, то 38-35, но не 20. 30 тоже нельзя, надо следить. То есть сразу можно подавать протест, поднимать карточку? Да, лучше перед началом сразу поднимается карточка по регламенту, вообще по стандарту, так же, как и размеры жилетов, это регламентировано. А функция карточки? Карточка имеет функцию не протест, как мы называем это протестом, это видеоповтор называется. Карточка поднимается в том случае, когда секундант, по его мнению, видел нарушение правил. Если он увидел нарушение правил, он поднимает карточку. После этого делается, должен быть проведен видеопросмотр элемента. Если выявляется, что он был прав, карточка возвращается, и за секундантом сохраняется право еще одного видеопросмотра. Если окажется, что это была лишняя паника и не было там нарушения никакого, то карточка забирается, и все. В этом бою, в поединке он уже не может пользоваться. То есть в следующем поединке все, он... Все. Нет, на один поединок работает, ага. Не на поединок. В каких случаях ее пользоваться можно? Здесь дело в том, что не хочется как бы... Это идет акцент на то, что рефери ошибается. Ошибаются угловой судьи, не все могут увидеть. Если вы увидели, если уверены, вот как вот заступ за линию, там захват, рефери мог не видеть. Вы увидели, подняли, у нас будет на соревнованиях тоже видеоповтор на этих соревнованиях. Делается разборка, если подтверждается, что было нарушение, там снимается или прибавляется очко, дается предупреждение в зависимости от степени нарушения. По поводу нарушений, сразу так перескочу. Нарушение, есть предупреждение, да, есть нарушение. Предупреждение у нас идет чуть, снимает треть очка, тэквондо ВТФ снимает половину очка, очень много. Пол очка за одно нарушение. Плюс камджон снимает одно очко. В отличие от тэквондо ИТФ, как у нас, можно получить неограниченное количество очков. У вас просто будут очки сниматься. Тэквондо ВТФ это ограничено 8. 8 кэнго, 8 нарушений, предупреждений и все. Для вас заканчивается поединок. Это считается суммарно за весь бой, пока вы не наберете. Получить кэнго предупреждение очень легко. И очень обидно, когда спортсмен выигрывает по очкам, может вести там 15-2, но из-за большого количества кюнго и камджонов проигрывает. Это, к сожалению, суровая действительность, особенно наших спортсменов. За что дается кюнго? Снимается половина очка. Главная проблема – руки. Но что запрещено? Любое касание головы рукой – минус пол очка кюнго. Очень часто бывает, и спортсмены ВТФ провоцируют, вот это вы должны быть готовы, тренера готовы, что ВТФ начинают работать руками, причем так агрессивно, и может очки они не зарабатывают, наши спортсмены заводятся, начинают бить в ответ. И либо просто защищаться, как у нас принято, хотя бы руки поднимать. Любое касание лица даже неуместное, просто вот я поднял руку, в защиту Саша на меня пошел, и я получаю предупреждение. Это опасно для его глаз. Нельзя поднимать руку выше плеча. Вообще, по правилам, если моя рука была выше плеча, я коснулся головы, пол очка сразу снимается. Не дай бог, я сильно ударил. Был, да. Выше чьего плеча? Своего? Выше, да? Оппонента. Угу. Не дай бог, я ударил. Удар в лицо, кулаком. Идет, неважно, это был какой, был кулак, камджон, второй удар, дисквалификация. Нужно быть с этим аккуратным, быть готовым.
Поэтому я не рекомендую на тренировках, если вы готовитесь к УТФ, работать руками. Потому что очень часто начинается там руки, 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 и раз в голову, бах, минус очко, потом дисквалификация. Очень обидно. Далее. Пинго дается за захват противника, за захват за жилет, за добок, за голую руку, за шею, вот здесь. Это все захват. Это пинго сразу же. Про противника, да, толчок руками, тоже пинго. Противника можно держать предплечьем, но никак не ладонями. Обычно все время, когда держат раз, руки показали. Уверяю вас, здесь есть много возможностей контролировать. Здесь спортсмены не только отдыхают, но и ведут тактическую борьбу. Здесь можно разворачивать противника, там можно двигать, подстраивать под себя, как толкнуть. Плюс за счет рук есть масса, грубо говоря, грязной техники, которую можно реализовать. Но вот это предплечьями можно бороться. Да, можно действовать на руки быстро. Будь у вас сверху, снизу, локти уязвимые, предплечьями можно в ближнем бою работать, что очень неприятно для противника, для вас, вы делаете все в рамках правил. Но в то же время, если вы раскручиваете, делаете подножку или бросок, за бросок вы получите минус одно очко, камжон. Так что нужно развернуть противника, сделать удар ногой, и тогда все будет хорошо. Также можно противника развернуть, выставить его за линию, он получит предупреждение, а вы ничего не получите, все будет хорошо, получите преимущество. Так что хватать нельзя, бросать нельзя, будьте аккуратны. В ближнем бою удар коленом тоже наказывается, это тоже кенго. Захват ударной ноги идет, ударили, поймали ногу, отбросили, получили предупреждение, кенго. Минус одно, минус пол очка. Захватили ногу, протащили. Ваш оппонент упал. Считается как бросок, минус очко. Да, нельзя позволять эмоциям бросать противника ни в коем случае. Падение. Даже если выполняется сложная техника, сейчас официальная позиция такая. Первое падение безнаказанно, если делается сложная техника. Одно дело, если я атакую ёпчаги, Саша падает, он сразу получает кенго. Если Саша делает в атаку тиме панде и упал, первый раз ему прощается, первый раз прощается, встали. Если он повторяет делать сложную технику и упал, это уход от боя, это кенго. Сразу наказывают. После этого все падения идет кенго. По ёпчаги я еще не понял, я извиняюсь. Ёпчаги, вот ты ёпчаги ударил, например, и Саша упал, ты сказал, что да, Саша получает... Нет, он получает, так как он упал, за падение он получает кенго. Это сразу же? Да, потому что у него не было активных действий, да, он упал в результате моего удара. Угу. То же самое, там он просто на месте мог споткнуться, но падение считается по касанию третьей точки. Упал, коленом коснулся, упал, считается. Ну, допустим, потерял равновесие, колено, упал, коснулся рукой, считается как падение. Еще вопрос тогда. Да. Вот если идет, там техническое действие же есть до первого технического действия или нет такого? Есть. Вот если идет до первого технического действия, и, например, ты бил юбчаги Александру, и Александр упал, что значит? Это значит, кенго ему дают? Если жилет засчитал удар... Нет, жилет не засчитал, например. Тогда ему просто кенго дают. И все? Да. И продолжается дальше бой? Продолжается бой, должен либо судьи должны зафиксировать, либо жилет. Угу. Да? Опять же, удар рукой в корпус. Вот у нас было в Раквере... Максим, там Макаров, по-моему, бил в корпус. Максим каждый раз поднимал карточку и говорил, вот мой спортсмен попал рукой. И у него протест удовлетворяли. Да, был удар. Потом перестали. По правилам, удары рукой, на удары рукой в корпус нельзя подавать протест. Вообще, как бы, на будущее. У вас просто карточку заберут и все. Сейчас судьи предупредили об этом, так что если идет удар рукой, очки не поставили, значит не поставили. Все. Вернемся к кенго. Предупреждение. Очень важный аспект сейчас нововведения в правилах, которые никто не любит. Первый и самый гадкий – это уход от боя.
да, на самом деле это нашим спортсменам только на пользу будет, те, кто работает в передней ноге. Саша начинает давить на ее чаги. Я отхожу, раз, два, три. Три степа сделал назад. Кенго. Я получаю предупреждение. Я ухожу от боя, я не хочу драться. Второй вариант. Опять тоже ёбчаги. Я отхожу раз, два, три. Тоже предупреждение. Уход от боя. Вы должны двигаться по кругу, имитировать атаку, поднять ногу. Идет атака. Раз, ножку подняли, туда. Это не считается уход от боя. А это считается, что вы... Движение за спину тоже не считается. Движение за спину нет. Вот, по кругу нет, не считается. Считается только прямолинейное движение назад. Если мы двигаемся просто в степе, оба вдвоем, он меня чуть-чуть поддавливает степом, я чуть-чуть отхожу. Это не считается отступлением, потому что он не нападает. Он не делает активных действий, он поддавливает, может там корпусом играть, подкрикивать. Но реально ударов никаких нету, это просто тактическое движение. Далее, остается 10 секунд до конца раунда. Саша на меня начинает давить. Ну вот, я ухожу от него влево, вправо, уклоняюсь от боя. Это кенго. Да, я ухожу от атаки. От его я ничего не делаю. Действую только в конце раунда. Если я начинаю явно уходить от боя, кенго. Если Саша опять начинает на ёбчаги, активно меня давит, я отбежал спиной к своему оппоненту. Поворот спиной, минус балл, да, камджон, сразу же. Ну вот, раз, повернулись, очень часто у нас такое, там, в ITF раз прыгнут, сделают, развернуться спиной, это минус очко. Поворачиваться спиной ни в коем случае нельзя, да? Да. А если, например, ты поворачиваешься спиной, чтобы тара две чаги ударить, но не получился, можно, оступился, например. Можно просто поднимать колено. Угу. Можно раз, обозначил, все, сделал техническое действие. А если после две чаги спиной развернула? А что ты потом сделал?